Сегодня 25 февраля 2022 года. Зацвели нарциссы в моем саду. Продолжает цвести жасмин голоцветковый. У барвинка новые молодые росточки появляются, красивые. Продолжает цвести морозник. Цветут примулы возле пруда. Фация выпускает новые молодые листья. У меня пестролистный сорт фации. Пиерис пестролистный. Вот листики у него начали розоветь уже. Мантус, самшит пестролистный, падуб, цветет магония японская, она цветет зимой, в декабре у нее еще бутончики начали появляться. У меня еще есть магуния подуболистная, она цветет весной. А это магуния подуболистная, вот у нее на зиму такие красные листья становятся, красивые. Вот она тоже вся в бутонах, но зацветет весной. Лавровишня, маленькая магнолия. Рускус. Вечно зеленая магнолия грандифлора. Аукубы. Пересклет. Бамбук возле пруда. Вот такая небольшая прогулка по саду. Всего хорошего. Красивых вам цветов в саду.